Здравствуйте, дорогие друзья! Собираемся. Как меня слышно? Привет, привет! Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Рада всех приветствовать! Сегодня у нас медитация. Сказали подготовить либо основное масло, либо эфирное. Пока не знаю зачем, но сказали точно подготовить стопу ног, поэтому ваши стопы должны быть свободные. Видимо, что-то мы с ними будем прорабатывать. Ну, естественно, узнаем для чего, с какими целями эти нам практики даются. Германия, привет. И, соответственно, уже дальше будем понимать, какие состояния, для чего такие практики нам даются. Сейчас собираемся. У меня есть порядок вопросов по практикам предыдущих. По предыдущим практикам в комментарии писали, поэтому сейчас я пробегусь тут буквально 3-4 вопроса. И после этого мы запросим, какая сегодня практика, для чего она нужна, и начнем ее делать. Бразилия, привет! Слушайте, никогда не была в Бразилии, и вообще моя мечта поехать в Бразилию и посмотреть этот мир. Кто в первый раз, ну, хорошо, изучайте, познавайте. Раз попали в наш эгрегор, значит, душа заказала этот опыт. Наверное, для чего-то это надо. Добрый-добрый вечер. Спасибо за благодарность, очень приятно. Я рада, что полезно людям. Это на самом деле самая большая награда для меня. Иордания, привет. Мурманск, привет. Днепр, привет. Ростов, привет. Нас все больше и больше становится. Смотрю по подписчикам, по эфирному времени. Людей все больше развивается, пробуждается. Это так приятно, что люди уже приходят к другому уровню сознания. У нас солнышко, мне плохо видно. Да, наконец-то в Москве первый день солнца. Я же сегодня уже успела погулять, насладиться вот этим свежим воздухом. И не раз. Сочи, привет! Мой карантин проходит дома с детьми. Я еще много работаю, потому что людей по скайп-приему очень много, периодически провожу практики, поэтому я-то вся в работе, как и в обычное время, только без перелетов. Нью-Йорк, здравствуйте, Лондон, здравствуйте, Екатеринбург. Сегодня, пожалуйста, все вопросы задавайте по практике. По четвергам у нас идет ченнелинг на общие вопросы, либо на какие-то базовые вопросы, которые вы, опять же, определите в комментарии, и тогда выделяется тема. Говорят, сегодня мощный день в году для загадывания желаний. Пока собирайтесь, давайте я присоединюсь. Интересно уточнить, не в курсе. Алиста Жукурботы, Дижукон Сахинза Митрахарбата. Я вас приветствую, я в активе мембраны, Хида Жукурбот Ширукурботы Дамасрабана. Какие вопросы задавайте? Говорят, сегодня какой-то волшебный день, и сегодня можно загадывать желания. Или это надумано людьми? Проясните нам, пожалуйста, этот вопрос. И в уши, пожалуйста, не извините меня настолько. Дижукон Сахинза, сейчас она строится в поля. Ой, вообще оглохла, сейчас, секунду. Рита Хурмоши Жукона. Зинта Мишарбота, Джимошер Пасарбата. Я вас приветствую вновь, и Тижику Жукурмосер Масахарбата. Что же сегодня происходит? Действительно, Джикурма Шарбата. Временное событие именно таково, что Джикурбос Харбата, Джикерми, да и Дамаса Харбасарбата. Сегодня подаются качественные, чистые энергополя. Джикурмоши Харбота проводятся через абсолютные энергии. Они концентрированного кода. И Хин Джикурмоши Харбота дают возможность Тини Масахарбата активизировать именно состояние ваших манат. Тижикурмоши Харбоса Харбата. То есть вы через аккумуляцию
вибрации джукурмоды своего внимания внутреннего носителя с аккумуляцией джукурмоды своего поля можете действительно демашрапаты созидать задачи на более активные джукурмоды ресурсные состояния кода. Лимасрамашкана. Что это значит? Лихту дахин джукурбот шукурбот. Коль к вам поступают мысли формы, хитисим джакун замашрапат. У вас у каждого есть целеполагание, задачи, желания, как угодно их назвать. Лихмисин джукурмот шурбот. И с помощью высоковибрационных кодов и машрапат схрабата, если это заложено в сценарии, то их масса джакун сахин замашрапат. Эти состояния, как сценарий, выполняются согласно времени. Но нужно учесть, что у каждого человеческого сегмента хинсамашрапат определение задач, желаний, даже круботы, целеполагания, оно есть в априори хинсамашакруботы, потому как вот здесь существа, работающие по сценарию. Дихтуоны, иди же кожу курмош работы. И что же с вами происходит? Хинзы машрапата. Вы получаете мыслепакеты, соответственно, это ваш сценарий. Ридрумосрмосрапата. Говорим о сегодняшнем дне. Дидукуна самашипат. Сегодня действительно активные поля выстроены в мембране Гайи. Хинукурмошижупонцы, хинзы, хинжурбошрпоты. Это дает возможность активизировать, саккумулировать энергоноситель вашего сознания в дужу курмоса, дужу курбота, для того, чтобы система восприятия монадического кода была более больше курбота, качественной работы. Хина, хинжурмосрмада. То есть вы собираете мыслепакеты хинжурбота, концентрируете его либо через лист бумаги, ридрамашрамаса, дужу курбосрпота, либо через мыслеформу. Ринамасахрамаса, рбошрпота. Пока динами синтемашипата вы не особо заняты, практика дуже курбоше курбота. Сейчас закройте око, линдехмиды на масрамасрапат и соберите свои мысли формы дуже курмош рукода, потому как действительно сегодня ресурсное время для того, чтобы дида масрапата сконцентрировать свое внимание дуже курбота и саккумулировать качественную форму задач. Лимасрамасрапата, потому как сегодня дистундехина башимада подаются энергии качественного актива, абсолют выделяет более активные формы для монад, лихтундухожу рубоше кона, в том числе для агаи, в основу для того, чтобы дамашахарбасрапата активизировать определенное состояние матрицы. Рендрухурмоды. И за счет качественного состояния вашего вибрационного кода, хидрожурботы, за счет мыслеформы задач, которые определены, опять же, в сценарии, в коде динамасхармашрпаты, за счет той энергии, которая подается на агаю, худжурботы, вы действительно можете выйти в качественные формы работы джукурмошкона по задачам аккумуляции. Донамасхармашрпаты. Так вот, закрываем сейчас око. Дихсумосрамашрапот, харбата жукода. Постарайтесь прям активно прочувствовать свое поле. Хинажукурмошакурбот, масакада. И определите внимание на систему четвертого зоны в активе. Лимисинтежукурмошакурботы. Прям успокойте ум, состояние спокойное. Хинасамашрапат. И просто дышим, наслаждаемся своим бытием. Мосамашрхурбота жукода. Это не практика, это дуже консрамашрапата. Это лишь мы показываем, каким образом концентрировать на задаче свое внимание, коль сегодня такой масрахарбата, временной режим. Дымашрхурбот. Сегодня подаются энергии, которые в качественной форме дают действительно активную работу хинашрпошрбота. И ваша система концентрированной мыслеформы могут дать свои плоды. Хинасамашрапата. Мы вас получаем, каким образом латать джурбошкона. Кстати, каждый из вас может на вечерний сон на хинасурбошркода активизировать мыслеформу, дабы получить плод и хинасамашрапата. И каждый из вас может активно прорабатывать те структурные созидания задач, которые даже кработают мысли формы в постоянном обменном поле. Сейчас активизировали на мыслеформу свое внимание. Линдухурмошербосендемата, это же кирбита. И первый мыслепакет, который заходит в ваше состояние, хидушукурмошеркоды, определили по задачам его. Лимасендушукуроцехинзамитахарбата. Мыслепакет может быть разный, джукурбосхана. Форма задачи – это хидушукурбота, у каждого своя. Лихмитрамодадушуконцехинзамиталимина. Сконцентрировали внимание на себе, и что же у вас по желанию в активе дожукурбошекоды? Более обостренная форма возникает в мишерпасхарбат в порядке задач. Дожукурбот, задали себе вопрос. Лимасантумасрамашрбат, что бы вы хотели себе пожелать? Собираемся, нас все больше и больше, мне так приятно, что у нас численность народа растет, что вы все развиваетесь и осознаете, расширяете сознание свое. Али джукурмоши жуконцы хинзи митра хармашра харбата. Ставим задачу. Сейчас джукурмоши хурбота по мыслеформе выводим коды системы ваших целеполаганий. Джукурмоши хинзи журбоши вата. Кто чего себе желает, хинзи журбота хана по выполнению мембраны. Линдухтунзу работы заводим белым цветом, джимашрапата, основу в седьмую чакру, худжукурбота, глубокий вдох выдыхаем и хинзармашрапата и активизируем мембрану поля энергетических потоков джукода через седьмое поле, в седьмое поле наполняя его.
Зин, ты закинешь шукрубу. Ты глубокий вдох-выдох, машь рпас харбата. Желание держим в системе, держу круботы своего внимания в осознанности. Зин, ты мата не выпускай из внимания коды актива. Лин, держу концехин, держу курботы, держу курботы. Дышим глубоко, свободно. Хидесин, держу курмос, рмас, харбата. Дабы наслаждаясь процессом дыхания. Дижу концехин, держу работы, дымаши шикан, сахин, захихин, курмош, работы, масрапата. Заполнили белым цветом седьмое поле. Римаш, харбаш, рпата. Во-первых, белый цвет – это самая высококачественная энергия системы джукрубота всего мира, абсолютно. Дымаш, рпата – это самый высокий код системы цветовой гаммы. Римасин, джукрумош, уходы. И система абсолютно позволяет вывести через цветовые поле, через дыхание, ту основу в более активном джукрумош, работы модуле для вас. Зин, дымаш, рмада. А теперь мы концентрируем внимание опять на задаче. Тоже крумоши курботы. Кому легче через летописи созидать, их нужно крумоши курботы. Можете взять листок бумаги и ручку, тоже крумоши курботы, либо перо, либо сармада, любой носитель, который выстраивает голограммы, ритрамашикады, и прописать для себя задачу. Зин, тужукон, сахин, жукрумоши, жукон, сарабаши, пата. Не к вытоку моды, масарпата. Не распространяйте несколько задач. Сконцентрируйте на одной свое внимание. Лима шахурбот, шахурбота, вы точно получите плод, если дымашрпата правильно отработаете качественно с аккумулированной энергией в своем состоянии мембраны полей. Рижу курботу машрпата, сириту курбу шрпота. Сегодняшний день временного кода вам позволяет сконцентрировать и машрпата ту энергию, которая подается единожды в год. Лимусу дужу конце хинзе машрпата. Почему выбрана эта дата? Дужу курбот српата. Порядковый числовой сегмент дает эти активные поля дужу курботу по матричному модулю. Лимус индемида хада. Поэтому дужу курбота. Матрица позволяет выводить качественные формы и работать с аккумулированным сознанием. Дужу работу масака на с вашей энергией в полях. Лимус рамаша харбата, дужу коды. Повторяем 7 раз задачу по основе. Хина шакурмоши коды, маса харбата. Диктуем про себя, али духу мош работы, либо прописываем пером в материале основ. Тумашхана на чистом листе бумаги. Лихтуру бошу работы. На бумаге не должно никаких энергий лататься в обиходе. Дужу курботы только система основы. Я обязательно сегодня это сделаю. Лин дужу концехин дужу работы машрабата. Пропишите дужу курмоша кода, либо проговорите мысли формой дужу масхарбаша кода, либо дужу курботы через вибрационный код. Лин дахин дужу курботы. Ваше сознание в матричном коде включает программу именно тогда, когда вы смотрите оком. Лин машрабат, когда вы латаете мысли формы ридурху работы, либо проговариваете голосом. Хин дужу курмоша курбота. Абсолютно все эти программы, они имеют значимость в определении поля машрабата вашего монадического звена. Лин дах машрабата. 7 раз повторяю. Дужу курбота вибрационные коды, хинцы машрпаты, включаем свое внимание, свое сознание в эти активные поля. Зин дужу конца хинцы мата, глубоко, дужу курбота познавая дыханием основу, ход дужу курмоши курботы, осознанием работы. Риндру мош работы. При этом дыхание у вас глубокое, свободное. Хина шимаш харбоса джу курбош работы. С пупковой зоны до четвертой зоны делаем глубокий вдох. Лимитры джу курмоты джу конце хинзе. Митры харбаты джу курботы. И выдыхаем опять в пупок, дабы вибрацию прогонять через систему полей центров. Лимас рамаш рапат. Это даст в основную джу курботу работу для того, чтобы энергоструктура вашего кода была более мембранной, высококачественной джу курботы. И дала свои основы химаш рапат, проработав энергетический материал. А, прерывается запись, да? Ну, вроде все хорошо. Если прерывается, еще пишите. Запись обязательно будет, я надеюсь, сохраним. В прошлый раз не сохранилась медитация, потому что с интернетом в Москве очень что-то сложно было. Лимба жужукон сахин, джугурботы, маша хурбот, сантимина. А теперь определите внимание на осознанном состоянии активном. Джугурботы, шестое поле. Лимба сахин, маша хурбота. Прямо продышите им, джугур, маша хурбот, сарпата. Почувствуйте эту вибрацию, поля, ридра, маша хурбота. И через состояние программы ума мы заводим концентрированные мысли пакеты. Джугурботы именно по задаче основы, по желанию в поле. Ридра, маша хурбота. Делаем глубокий вдох, концентрируем, аккумулируем. Бажурбош кода проводим через мысли форму, либо летопись. Рихмастер Харбата, задерживаем дыхание и запускаем активный поток в шестую чакру.
Зинтежур мосер мастер пада. У кого какой инструмент хитежур бота в применении этого активного поля по строению задачи хитежур мастер пада? Зависит от вашего уровня сознания, от вашей дежур бота энергетической сути в основе ли мастер пада. Кому как удобно дежур бота, любая энергия в потоке в матрице, она дает работу. Ли мастер мош хона. Шестым полем прошли эти активные сегменты дежур мош работы. Перешли на четвертый модуль хинака мастер харбата. И делаем то же самое. Дежур бота делаем активный придох на четвертом поле. Ридр мастер харбата через мысли пакет либо через мембрану летописи, через голос проводим задачу поля и дыхмасахана, вводим в коды системы чакры лимашермасахарбата. Чем больше мы активности включим по зетумасхарбата центром созидания вашего поля мастерпасахарбата, тем каждая структура выдаст больше материала для того, чтобы сонастроить ваши поля. Ридухрумоса дежукурбота и аккумулированную энергию, соответственно, соберет в матрице таким образом дежукурмосхарбата, что ставит дыхмасахарбата ваша задача дыхмительхи настроением актива. Я говорю на галактическом языке. Вот так получаю информацию. Просто задаете вопрос. Да, на галактическом все верно. Притом, где бы я ни находилась, в какие бы поля, в какой бы территории я разговариваю с разными цивилизациями, я абсолютно не знаю языков. Ну, вот так разговариваю. Так меня торкнуло 10 лет назад. И получаю перевод автоматически. Рима Шрукоша работа. По четвертой чакре предвдох Масрабата поставили задачу. Дужу Курбота саккумулировали энергию. Дух Дужу Курбота Шрукурбота Масрахарабата. Прям не дышим долгое время для того, чтобы качественную Дужу Курбота Шрукона, не побоюсь этого слова, Лих Масра Масрабата саккумулировать энергию и выдать материал более ресурсного Дужу Курбота состояния в чакральный центр основы. А спрашивайте, про что сегодня эфир? Сегодня будет практика. Практика будет что-то с маслами, пока не знаю, да, будем сейчас в процессе наблюдать. А сегодня день, который позволяет вибрационно поставить задачи, целеполагание, как они говорят, желание, и сконцентрировать мыслеформу. Мы сейчас занимаемся тем, что концентрируем мыслеформу для того, чтобы выдать какие-либо задачи. То, что у нас есть в состоянии нашего сценария. Ридру Мошер Мосер Матахана. Продолжаем дальше работу. Дежукур Мосер Харбота. Выводим систему сознания на первое поле. Хинаши Маша Харбата. Прям почувствуйте вибрацию, немного подышите. Линду Хурмоша Жуконцы, Хинзамита Хармаша Жукона, Эдита Жуконцы, Хинзамита Лихудой Боты. Делаем глубокий, опять же, предвдох. Ношин Жумотах и Маша Рекурбота, Эдита Жуконцы, Хина, Дмитрий Митрах, Баша Работа, Томас Рапана. И также создаем задачу, как и в прежних полях, выдыхаем и дежук работы через аккумуляцию энергии. Зима Шимады и заполняем первое поле. Лидушгур Бошир Бота. Первое поле заполняем для того, чтобы вывести основу матрицы Баширхарбата, так как этот центр отвечает за матричные программы. Ридухур Мошир Босир Бота. Четвертое поле – это наша эмоциональная структура, которая Дежукод единственно работает на кодах эмоций. И Дежукур Мошир Бота и программа ума – это основные Дежукур Мошир Бота, ваши элементные коды, которые Дежукур Бота активно рассчитывают сознанием все состояния, которые подаются высшим «Я». Я сегодня не отвечаю на вопросы, поэтому сегодня мы занимаемся практиками. На все вопросы я буду отвечать только в четверг. У нас будет ченнелинг. Сегодня мы только занимаемся практикой. Поэтому без обид, сегодня только такой процесс. Лима Шижуконца Хинжи Мошир Курбота, Джижуконца Хинжи Мита Хармаша Харбата, Дужукона, Сербина. А теперь мы сонастраиваем все три поля. Бушкурбош Работа, они основные по вашему коду системы работы, Маша Харбата, вашего матричного звена. И соединяем их в виде восьмерки. Первое поле, Дужукурбота, четвертое и шестое. Миши Машкана. И вдоль корпуса вибрационно, повторяя задачу, Алих Мошир Курбота, соединяем в основе. Хинака Маша Харбата в виде восьмерки бесконечности проводим поля дыхания. Лимитры Машрамаса Харбата. Обратите внимание, как Дужукур Мошир Бота Харбата Дужукада. Восьмерку через середину проводя. Мошир Бота через четвертое поле между первым и шестым модулем. Активно дыханием ведем. Дожимада семь раз.
любиш роботу, маєш рубати. Почому 7 раз? Потому как ты маєш роботи. 7 раз дає основу в матриці, дуже роботи харбата, включення всіх кодів по задачу роботи, не тільки по задачам, по клеточному модулю, по ефірному состоянию, по мислеформам, до маєш. Всі програми і дуже роботи, які повторяються 7 раз, Димас Хромаш Рупата, они адаптируются более качественно и быстрее в ваших монадах. Тут у нас работа. Поэтому, если вы хотите качественный результат получить по любой мысли формы, повторяйте 7 раз. Это же Хромаш Рупата. Эта система однозначно активно работает и дает свои плоды. Девочки, я не могу сейчас отвечать на вопросы. Если вы хотите получить консультацию, на сайте есть запись. Ближайшие, по-моему, там даже неделю, там через неделю или даже, может быть, раньше попадете, бывают пробелы. Поэтому свяжитесь с администратором и задайте эти вопросы все, что вас интересует. Мишикожи рубож раконы. Чакры в системе взаимодействия поля – это первая. Бжикор бота – середина, четвертая и шестая. Лима Сундужукур Мош Рупоты. А теперь еще раз, Амас Хармаш Рухана, повторим Духру Бош Рукурпота о том, что сегодня концентрированная энергия позволяет вам вывести коды на качественную основу в точку событий времени. Лима Сармаш Рухана, четко структурируйте состоянием сознания Духру Боту вашу задачу, Духру Бос Рупота, не просто как задачу активности поля. Бисерупота, сложите время, Ридр Машкан, сконцентрируйте внимание на временном коде, и Духру Бота, сложите голограмму Духру Мош Рамас Рупота, может быть, даже визуализированную для вас, и Дижу Концы Мишрапата и создайте мысли-пакет, который даст вам ресурсное состояние. Ходу Жукру Мошрапата. Мы просим вас учить все формы системы созидания. Хидака Мошрапата. Насколько будет запрос, настолько будет исполнение задач. Лихуду Мошрапата. Сынды Мошрапата. Ты же Курбота. Например, Дихты Мошрапата. Дужу Курбота. Очень многие девушки Ды Мошрапата хотят худобу обрести активную и быть стройными. Дужу Кур Мошрапата. Дужу Концы Хинза Митрамата. Если вы хотите обрести стройность, Хинза Курбота, то загадайте без болезненного кода, бушу-кода, без травм для физического аватара, хидрожукурмошерубоса хрбат во временном коде, ридохурмошерубот хрбат согласно качественной клеточной мембраны. Ридохурмошхана, учтите все показатели, которые дружукурбота относятся к вашим задачам, целеполаганиям и основы. Практика только сегодня. Цивилизации сказали, что один раз в год только выдается такая качественная энергия, которая аккумулирует через мыслеформу вашу энергию по задачам. Поэтому только сегодня. Ридру Моша Жуконца, Хинзе Машрака, Арбата Жукода. Система будет работать до 24 часов. Миша Мастерпата. Поэтому каждый из вас может залатать уже Курбота мыслеформы на листе бумаги, либо в основе то, что мы сейчас производим. Лихту Моша Рупота. И сейчас мы Дих Маса Харбата с первой чакры активные преддохи выдаем в параметры Дужу Курмоша Кода. Концентрируем по задачам, опять же, вниманием в своем поле. Лихту Жуку Рупота, проговорив еще раз. И Хинзе Рупота. Поднимаем вибрацию с первого поля на четвертый актив, глубокий преддох. Моша Мада, повторяем, дублируем задачу. Ходу же Курбота, повторяем, Духу Масали Мишрихана. На шестое поле поднимаем вибрацию. Моша Рупота, повторяем вновь. Лихмисри Машрапата, это же Курбота. Аккумулируем энергию в шестом поле. Хинзе Машрапата, же Курбота. Еще раз дублируем систему состояния задач. Лихмасра Машрапана. И медленно через чакральный стоп передней линии живота. Ходу же Курбота Машрапата. Отправляем стопы в землю, выводя. Лихту же Курбота выдыхаем. И Тижу Кунца Ирбата. Распускаем тело и пусть энергетически состояние тела немного поработает для вас. Рихтер Мада, 30 секунд достаточно. Я тоже на ночь эту практику сделаю, я не могу с вами в процессе. Но вы знаете, что интересно, перед Новым годом Хамиля говорила очень подобные такие состояния, только прописывать. 31 числа я была на Бали, как раз прописала все, что мне было интересно, притом так по задачам массово, и у меня очень много уже исполнилось. Вот так интересно у нас мыслеформа работает, мы работаем согласно сценарию, то есть мы получаем мыслепакеты, а они уже заложены. Но сконцентрировав, можно получить более активное время, поэтому работайте. Девочки, записи будут, поэтому смотрите, запись будет сразу, еще раз прослушайте и вечером проделайте. У нас сегодня практика совсем другая, это вот так случилось. Видимо, так события заложены, что кто-то задал вопрос, что сегодня за день, и сегодня ответили, что нужно сконцентрировать свое сознание, свою аккумулированную энергию, направить в монаду для того, чтобы исполнили задачи. Зинту Жукона Машрапата. Составлять была же одну задачу по целеполаганию основную для вас. Ихина Жукру Машрапата. Машрапата Харбата. Так, чтобы вся энергия направилась именно в концентрацию системы основ тоже работы для исполнения кода.
Много вопросов пишите по поводу одного желания. Только что сказали, что сконцентрированную энергию лучше отправить в одну матрицу, в одно поле. Дижу контра машрапада. Если вы на ночь еще дужу круботы продублируете, дымастер машрапада летописи, дужу контра хинзажу курбосер мадхарбита. Когда вы закончите летописи и дужу курмошер круботы, обязательно переведите эти коды в систему пространственного модуля в виде воронки. Ритр машрапада. Пером на латали на чистом листе бумаги задачу, которую определили в своем сознании сейчас. Лита курмошер круботер мада. Воронку по часовой стрелке закрутили до середины проходя. Ритр хмошер мосер паса тижу консервата. И ваша рука, ваша перо, дужу курмош рапоты хмада, ваша основа обязательно дужу курмош рапоты масальхида, подключится к эгрегорному носителю и переведет эти активы, химаш рамас рапаты, но при этом через мысли форму выводите поля основ задачи дужу курмоты, дабы переводя коды. Ридр маш рамас дужу рапоты, любая воронка дымас рапата, это вход в портал, дужу курмош рапоты, портал более ресурсного времени, качественная основа дужу курмоты энергии, что позволяет выйти в более качественные коды, хинас маш рамас рапаты, поэтому воронку латайте. Зин тужу консермада. Каким образом собирать задачу тужу курбош рвода? Я хочу, либо я буду. Хинсы машрпата. Вы исходите из настоящего сегмента сейчас. Ли тужу курмош рвос рмас рпана хребет шрпата. Я желаю тужу курбош рводы мас хрбата тужу курбота из ехина. Либо я хочу тужу курмош рмас рпата. То есть от сейчас исходим из полей мембран. Воронку крутим по часовой стрелке, по часовой. И заводим с центра в точку. С центра, а там уже рука, сказали, вас поведет. Дужи Машрахана. Обязательно заземляемся, выводим в землю параметры. Хинуджурпошработ, харбата. Рекомендуем еще раз задачу повторить на ночь. Жукоды перед сном, басармашру харбата. Либо через мысли пакет 7 раз, лидурубуши коды. Либо на листе бумаги, летописем проводите коды пером и хинуджурпата, переводя в пространство воронка ведя. Вот видите, какую интересную практику. Большое спасибо, что вы задали сегодня какой-то вопрос интересный, да, я даже знать не знала, что сегодня такие качественные энергии, и вообще супер. Тоже обязательно проделаю ее. Так, ну что, сегодня у нас практика, давайте сейчас отвечу на вопросы, которые вы написали в комментариях по предыдущей практике. Вы говорите, во время практики проводим холотропным дыханием, это вдох через нос, выдох через рот. Но когда демонстрируете сами, то делайте короткие подвдохи через рот. Почему? Ну, во-первых, я в процессе не могу говорить и дышать как надо, но в любом случае, когда вы делаете холотропное дыхание, вы делаете вдох носом, выдох ртом, на выдохе живот себя. Поэтому, может быть, не совпадение в плане того, что я говорю, тут же дышу, и так вы увидели эти процессы. Можно ли избавиться от мигрени, очищая шестой центр по часовой стрелке? Ли джукурмоши жуконцы хинзы митрамашрпат. Если вы хотите избавиться от сосудистого заболевания, либо джукурботы, спазмы сосудов в основе хинджарбашрпата, то не по часовой, а против часового сегмента, по шестому модулю, латайте ежедневно, либо во время спазма активного джукурмоши жукурботы, обязательно даст активную энергетическую работу и межхурботы, и блоки дихмосрботы. С помощью этого инструмента, как и масрбата, крутить в эту джукурмоды восьмерки дыханием против часового сегмента, это даст основу дымашрпату, берет блоки, соответственно, спазмы. Хиджурботы. Практика действительно эффективная, с ней работайте. Когда ведешь энергию со второго центра в шестой и обратно, какой цвет нужно визуализировать? Боже жуконцы ремешипата. Здесь зависит от практики. Хину хрумоши жуконцы, хинзра машрапат. Смотри, какие центры мы подключаем. Лиду хрумоши жуконы, какие энергии ведем. Дымасрахан, какая задача по центрам созидания. Дыжу курбот. Поэтому слушайте внимательно, когда мы ведем практические модули, они абсолютно разные. Дыжу хрумоши жуконы, мы запускаем поток через дыжу курбот разные состояния в зависимости от энергоформы практик. Лиду же хрумоши дымасрахарбат. Поэтому система может дыжу коды давать абсолютно разные знания. Дыхмасарабашахарбасарухтот, хинакамашикана. Все зависит от задач системы практик и носитель. Ищу мужа. Прекрасно, я думаю, найдете. Все в четверке говорят, качественных мужчин получит. Так что старайтесь развиваться. Так, у нас осталось буквально 30 минут. Давайте мы тогда перейдем к практике сегодняшней. Что она нам даст, уточним, и как нам с ней поработать.
Как быть, если не вижу цветов? Фундужукур мошерумо сарма сахарба шарпат. Нужно раскачивать систему энергетического модуля для себя. Хитужукур мошерупо дхарамады. Цвета проявляются в сознании лишь тогда, когда дежукур мода хана поле становится вибрационной, без камуф. И хитужукур мошерботы дыхание полным свободным. И хитужукур бота дежукур боса и дежукур масарбата. Соответственно, вам даст результат энергетической работы, который позволит антукур мода и сознанием быть в более качественной формы. И цвета будут у курбота носителем внутреннего зрения для вас. Ищу жену. Смотрите, тут кто жену, кто мужа ищет. Может быть, вы тут между собой найдете кого-нибудь. Когда трясет, это очень хорошо. То есть, если трясет тело, значит, каждая клеточка включилась в вибрационное состояние и выделяет энергию. Это хороший знак, что вы правильно прорабатываете. Так, очень много вопросов пишите, сегодня не день ответов, сегодня не ченнелинг, сегодня практика, еще раз напоминаю вам. Так, ну что, сегодняшняя практика, изначально для чего она дается, мы сейчас зададим вопрос и с какими вообще целями, в принципе, мы работаем в медитации и работаем сейчас вот с маслами сегодня, нам порекомендовали. Сейчас уточним. Литужукур мошежуконцы, хинзимитрахур мошежуконцы, хинарамашрапата. Да, действительно, мы вас подводим к тому, что дижимашармасхарбата. Каждое состояние систем знаний, которые духурмодахармада, тижикарбата, переводится через нашего проводника, хидухурмошерахурбосрхата. Наша задача вас поучать. Литухурмошерботу поучать к новым вибрационным кодам хидажирбата, вывести ваше сознание хидажукурбота в полной чистоте, тижукурмошерахурбота, для того, чтобы ваше сознание позволяло более качественно проводить коды программ, дежукурмош работы ресурсного состояния знаний химашерпата, вести распактировку и, соответственно, дежукурмош харбаса дежукада, управлять сознанием. Это новая качественная форма, которая дается в системе сознания дежукурботы более осознанных существ с высоковибрационными кодами. Лимиши машерпаса хада. Для этого мы изращиваем вибрацию вам дежукурбота, для того, чтобы дать знания, которые пригодятся вам в основе хинака машерпата и научат вас более качественно созидать поля и дежукоды, и качественному обеспечению жизненного поля учат вас в познании. Литухурмоды, дыма с ромашка, ну смотрите, сегодня пишите про мужчин, кто снился, кто поженить, что-то, видите, какие-то энергии сегодня идут. Литухурмоши жуконцы хинзы митрамашрапаты. Сегодняшняя наша практика будет настроена на то, чтобы дихтамисримашрамасхарбата научить вас еще использовать инструмент, который дежурбот расслабляет, дает возможность в качественной форме хидакамашрапасрапата каждой клеточки восстановить баланс, гармонию хидажурбошрапата, что активно отражается на системе осознанного состояния человеческого модуля хинажурбошрапата, что отключает программу ума и дает свободу состояния дежурбошрапата, то, что называется пустотами. Лимисимашрапат, потому как эти состояния, они необходимы. Джукурмошербосрмада, свободный ум, свободное сознание, хиджукурбота дают возможность качественно работать с матричными активными модулями, программами и ими управлять. Дихтонсахина же масрапата. Чем блаже мы вас выжу работы, выведем в эти качественные формы, дижиконцехинзе митрахарбата, тем блаже вы получите результаты для себя, как человеческое существование, хидыжу работы для своего сознания, для того, чтобы распектировать коды, и хинеса машрамаса харбата. И, соответственно, даст вам новый качественный результат от уже работы, что научит вам качественно существовать, это же курботы, давать новые формы миссинты масхана, вашего обеспечения жизни. Лиху тужу конца хинзи митры машер масахпаты. Итак, сегодня хидужу курмоды мы хотим показать вам, как же работает инитер машерпата, тужу курботы, раскрытие каналов на вашем теле, аватаре, хинужу курбоши работы на вашей энергетической оболочке, хинзи машерпаты, при этом дужу курбоши курбот, каким образом через тело можно вывести сознание в качественной форме, видеть состояние пустоты. Ли миссин тужу конца хинзи машер масахпаты. Это немаловажный аспект хутужукурботы, и мы вам рекомендуем повторять эти коды ежедневно на ночь хутужурботы. Опять же, хотя бы идмасхихина 7 дней подряд в активе джукурмошурботы, дабы получить эти основы и запомнить клеткой каждый уровень качественной работы. Ридрамашрамасрапата. Если запомните джукурботу, эту вибрацию в основе, то, соответственно, димашрапата, это качественное состояние, даст вам джукурботы и димашрапата отличную работу для осознания дальше. Дихтундухуна, дижикумосандамашрапасахарбата. Проводить можно медитацию либо лежа, либо сидя, хинесхурбошрапот. Но для того, чтобы нам открыть каналы и понять свою специфику джукурбот энергоструктуры, хинсамашрапата, поначалу вы вводите коды однозначно сидя.
Лімишу жукон цих рама шарпата. І так, духу мозу робота, розсаджуємося, держик місі ма шарпата. Тіло ваше, душу роботи, не дуже закіна, свободно, глибоко настроєно на диханні, активно, хід дуже кромо шарпата. Око пока включили, тому як дихся місі ма шарпата, дух тун закіна жарпо шарпата. Ми сьогодні будемо працювати через тіло, дабы познати осознанням і считати свої структурні созидання. Лімис рама шаркана. Вам понадобиться стопи, без роботи мада, без одіяння. Снимайте носочки. Лежу корбо центра мас рамада. Соединяем стопы. Держу корбо шработы. Соединяем их так, чтобы дых мас рама шракана. Каждый пальчик соприкоснулся и выводим внимание на свои ресурсные состояния сознания, дабы рассчитываем каждую тактильность ваших конечностей ног. Ридры мас рамада. Соединили их. Держу работу мозг корбо шажукон сахира мас рапады. И почувствовали своим сознанием. Держу корбо так работа. Кому сложно при включенной матрице в открытом оке, то лучше закройте их это мас рапады и под уже конц рапады. И соберите своим сознанием, вниманием это состояние. Рима Шермоса Харбата. А теперь немного разделите стопы Дижиконца Хинджарбота Рмаса Харбата. И почувствуйте некий холодок, вибрацию Хинджарбота Рмаса Рмаса Харбата. Оторвите их друг от друга. Зин тоже концахина жермота до муса харбата. А теперь соприкосните вновь и даже крыма шарбата и каждый пальчик друг к другу прижмите. Алима Срамада Хана, считайте своим сознанием свое тело, это же курбош работа, тактильность, основа фухинца Машахарбата. Нам важно, чтобы тело, дух и мозг Ребешкиды показал вашему сознанию до Машахарбата. Это тактильное присоединение друг к другу стоп, это же курбота, ваше сознание считало эти коды. Зинты Масрамада, даже консервата. Но каждое сознание считает по-своему свои поля хиджу работы, в зависимости от какие коды работают, мужское, женское преобладание, хинаши масрапата, в зависимости от системы каналов, или тоже крумосрапата, вы обязательно ощутите эти поля. Лим дуже конце мишра масрапана. Хорошо, дуже курбота рабата. А теперь откройте око, дижу конце хинзе митра харабата. И возьмите эфирное масло, какое есть у вас, дуже курбо шарбота. Блаже это мяту, перечную, лаванду, хинка маш роза рмаса, дижу курбо срабата. Расслабляющее масло, фенхель можно, дижу конце хинзе рмаш рабаса харбота, дуже коды. Те, которые по нраву, по вкусу вам, хина самаш ракана. Мы сегодня лишь показываем, как работать он дуже мош работа, сымасляхина, с эфирными эссенциями для того, чтобы вы проводили активно по каналам дуже курбота все вибрации коды и разбаша кода. Это уже кумасконы, которые считываются вашим сознанием и активно применяются в работе. Лима Шинджукур Мосара Машрапата. И что мы делаем? Хидужукур Мошрапата. Берем масло в основе хинза мата харабата. Латаем на ладони. Зин тоже курбош работа. Растираем его, дымаш рапас, харбата, харбата. Естественно, эфирное масло. Тоже курбош работа. У кого нет эфирного, то обычное основное, дабы нам тоже курбат ощущать тактильность более острее. Зин тоже конце мишра масса, тоже курмота. Либо потрите ладони без масла, если не готовы. Хин тоже курмош работа, единого масса харбата. Растираем ладони так, чтобы вибрация пошла. Тоже курбота тепло, дымаш хармаша харбата, либо дыхси мишр баш рапата. Сильная горячесть проявится у вас в сознании. Зин дежур боты, привели ладони к масрахана, к носовым пазухам, дежур боты, и вкушаем этим глубоким вдохом, введем в пупок масрабачхан на вдохе глубоком и выводим поля, лиду хрумоши жуконцы хинзы митехар масрапата в пупок, активно выдыхаем. Зиндурмада, ваша задача дежукурмошхода сознанием считать эти коды масхрабата, именно эфирные эссенции дежукурмошхода, либо того растения, которое используется, либо просто свой запах внутреннего кода. Миша масхрабата, мы сознанием должны считать код запаха. Бишахурбота, код эфира, который сейчас воспринимается вашим обаянием. Ридру мошру мосен дежу маса харбата. На пупке делаем глубокий предвдох, аккумулируем эту энергию, хина жур бошу работы и выводим глубоко на выдохе в стопы. Ридру масра масрапата. А теперь обратите внимание на стопы свои, дежу кур мошру работы. Они немного похолодели. Лима сра маша харбата. Даже может влажность проявиться в поле, хина жур басрапата. Это норма состояния, потому как мы вибрацию аккумулированную вывели именно туда. Зинта журмос рамада. А теперь соедините стопы вновь и хина курмош работа хмашакада. И почувствуйте сознанием, рассчитав ту же курбота, эту тактильность, которая у вас проходит между стопами. Пасрамаш рапата. Присоедините кончики пальцев друг к другу, ту же работу с противоположных конечностей, ведя основу.
Мішмада, наша задача считати. Дуже круто, ти маєш робити тактильність, ти маєш робити мішмад, почувствувати своє тіло. Літух маєш робити робити, і якщо є, і присутствує ту ж роботу дух і сенси растіння, ти маєш робити, тобто запах. Літух маєш робити його теж, привести в осознаність чіткі матеріали для себе. Мішин ту ж конці, хін зимітель, хін робити. А теперь, дух тоже круботы, берем мужские особи, правую конечность ноги, бешерпо-шерпо сантема-шерпана, берем правой рукой, битых тоже круботы, тоже круботы правую конечность. В основе хима-шерпата женщины тоже круботы берут левую конечность, лима-сахарма-шерпаса тоже круботы определяют своим вниманием, тоже рпасхана левая конечность руки, берет тоже круботы левую конечность ноги. Мысы-масхана, сейчас понадобится вам стопа. Так, давай мне стопу. Сегодня родственников попросила, чтобы мне дали стопу. Так что смотрите, как это делать. Потому что буквально вчера мне показывали, как это делать. Литун жуку мусор машикана. Ваш большой палец. Дихтун дужу конца хинзали машрапат. Обратите внимание на него. Духтун цукру мошер хурботы. Дихты мада левой рукой, левую конечность. Хинзы маша гарбасара гарбата. Активно начинает массировать уху дужу грубо широкоты. Для того, чтобы активную энергию хинзы маша гарбасара пата сконцентрировать именно в большом пальце. Лиды машрамас храбачкана. Прям точно. Ведем джук работу глубоко, свободно. Хинсы бадхана массажными движениями. Хиду курбош работу для того, чтобы вывести энергию в коде. Лима срамачркана. Так как большой палец отвечает за систему джук работы телехина, основного канала носителя по аватару. Это джук работа. Это ваша позвоночная линия. Ридры машрамасы джук работы ходы. Натираем активно. Джика можешь работать. Можно маслом, можно дежур работу основным маслом, эфирным проводить. Лихтуру больше работы работать. Наша задача – дежур работы – разогнать энергию тактильно. Лидема, да, практично, ну подготовилась, да. Риды машрамада разгоняем, разгоняем духу тоже курбосы работы, машракана. Так, чтобы душу курбоши года энергия пошла, и вы почувствовали некий жар и тепло. Ли машракана в конечности той стопы, до масрахада, где латаете активную программу. Зинды мада разгоняем более активно. Али дуже конце хинджи рубосы масса, дуже конце хинджи мечер масса рапата. А теперь берем двумя пальцами дуже круботы масса рапата. Опять же той же руки хинджи руботы. И тянем в основе иды масса рапата вашу конечности большого пальца дуже круботы. Как бы дых мата к небу растягиваем. Зин тону мина. И растягиваем таким образом, чтобы дымашрапаты, эти каналы структурные, то, что называется энергетическими полями, их дуже круботы активно открылись для вас. Кому-то повезло. Да, вот родственникам моим повезло сегодня. Хотя долго уговаривал. Дижикунсахина, жикурмосра, машрапата. Да, будет состояние хиджикурбота. Мокрые руки, наблюдаться стопы хиджикурбота. Потому как вы энергетически завели активность, мембрану именно дижикурбота в состоянии осознанного модуля. Хинака машрапата. Вы сознание перевели именно в ту точку событий, где у вас раскрывается канал. Ну вот видите, благодарности, что пример такой сделала. Все во благо. Лида жукунца, хин жукурмоша жукунца, хин замаш рапас рапанах заходы. Ти жукурбота. 11 раз прощелкиваем. Духу намаса харбата. Тянем конечность активно. Хиду жукурбоша рабос рапата, дабы открыть основной канал. Линджу конца хинджу рубоши рубоза гарбата. А теперь перевели конечности рук и опять массируем точку созидания. Ридра машарбата хуржу рубота. То, что называется шейным отделом по аватару в основе. Хинза машарбата. Обратите внимание, куда. Доза машахана. Круговыми движениями хиджу рубота по часовой стрелке латаем этот ход. Мошра моды еще раз тянули в основе 7 раз подряд. Хинджу грубоши кода активизировали систему потоков. Наверное, переквалифицируюсь на массажиста. Первый раз это делаю на самом деле. Мосыжур мосыр машрапата. Нога может быть согнута, хиджу работайте же гармада. Вы же с ней работаете, поэтому хиджу грубоши курботы. Работайте активно этим полем. Зинты машрапата, той же конечности руки хиджу работы, переходим в противоположную стопы. Дишу конца хинзы мишрапата и делаем то же самое. Лифтрумод, растираем большой палец. Мошрамада, дужу работы мужчины и женщины не меняют основу. Хамашрапас рапата, какой начали в задачах, тужу кода такой, продолжаем. Дихмасра машрах работы тахана и латаем эти программы.
Месть Рихана меняем только конечности. Нет, это не моя нога. Я бы тут не согнулась. Я попробую обязательно быть массажистом, да. Учту ваши пожелания и комментарии. Мистер Машерпат, поменяли ногу, руку, не меняем хиджукру бошрукона. Растираем основу хиджукру бошрукоты и затем также 11 раз суджурбот. Прощелкиваем и скрываем основной канал. Рейдры Машрамаса Харбота. Притом делаем это до Машракана, даже со звуковой вибрацией, для того, чтобы дужу курботы. Каждый щелчок и масса Харбата имеет систему вибрации очищения. Рейду Хурмашракода. Почему дух масса Харба Шарбата? Вы многие раньше латали такие состояния, которые вызывают у Машработа вибрацию звука через щелчок и Машрахарбота. Это сознание безосознанно вели коды для того, чтобы Димашрапас Харбата активизировать мембрану и очистить поля своего эфира. Мошер Мошахана. Женские особи делают то же самое той же рукой, только противоположную конечность. Алинда Хурмос Энджимады Дыхмашракана. Опять вытянули несколько раз. Ахинажу Курмошракона. 7 раз будет достаточно для того, чтобы вывести активность потока и худжу курбота на ресурсное состояние поля тела всего. Поменяли только ногу. Рука остается тоже. Лима Срамада, соединяем стопы, Лидужу Курмошракона, объединяем их, и Бисю Машахарботы, уходим вниманием Флитумасахарбачарпаты на состояние системы стоп, закрываем ухо и чувствуем Джукурботы, свои стопы в основы, Рихмасра Машархана, кончики пальцев соединяем, и Хину Курмошракоды, и наблюдаем за собой. Моши жукон сахир машермаса джукурбо сарпата. Теперь обоими ладонями взяли стопы джукурбо шахурбо шарпота. Левая левая, башикана правая правая и подприсоединили их друг к другу. Алин джукон сарумо шахурбота джукон саремидра пана. Сосредоточили внимание сейчас на тех больших пальцев, которые вы только что латали. Лима сармада. Потрогали их. Лима Шармада, чтобы обезвредить инджукурбота, опять же, вниманием ощутить большой палец в основе и дамашкан считать своим программам ма. Зинды Мада, с той точки, где вы нажали, хиду крумошарбос, инджукурмошарбос, джимас харбасрапата, сознанием опять же считали ту точку носитель джукурбошаркода, где у вас происходит энергоактивная работа. Алима срамаш работы с большого пальца в основе хина крумош работы джиконцы хинзамата стопы дыхтопиты прижаты друг к другу активно. Линды хмишер мосрах работы. Ведем энергию к системе дымашрах арбаты жукоды вашего коленного сустава и выдыхаем туда вновь. Алима срамасрахада. Делаем предвдоху дужу крумош работы и выдыхаем в основу дымашрапата вашего большого пальца. Лихтур мода. Разгоняем энергию туда-сюда, несколько раз проводим дыханием и эфирно работаем. Лимуша консур мошерку работаю. Сейчас из мастера харбата остановили внимание на системе дежукурбоши работы вашего коленного сустава хинсимита харбоши коды и скрутили воронку по часовому сегменту. Лимуша машрапата. Можете использовать опять же эфирного масла, дежукурбота налатайте на ладони и запустите в коленные суставы в основе. Алима Срамашахада. Это позволит более мембраны активно провести энергию через тело по духу Машерпата, открыть по каналам Бошерпата, вашу энергоструктуру и суть. Ой, будьте отсюда так. Алима Шрамоса Харбата. Воронка собрали, саккумулировали энергию в системе Дужукурмоша Харбата, коленного сустава, хинцы Мишерпата. И поднимаем энергию Дужукурбота до тазобедренного сустава в основе. Глубокий предвдох и выдыхаем в основу Думашерпаса Харбата, тазобедренного сустава. Зинты Машер Курботы. И ощутите своим вниманием вибрацию, тепло, дежу Курботы, потоки, которые происходят, и хинажи Машер Курботы, дежу Курбата. Дабы считываем опять же своим сознанием. Глухота в ушах у меня тоже самое сегодня. Видимо, запускают энергии. Я вот еле слышу, что говорят они. Одно ухо вообще глухое.
Ноши маш рматес. Позвоночная линия, ты же курбош работа, мы сейчас тоже будем работать. Хинзы маша работа, зели маша пата. Теперь закрутили, опять же, спирали по часовой стрелке, каждая левая и правая. Рядок работы в центр созидания поля тазобедренных суставов. Изин ты же курбош работа. И соединили их в потоке дыхания на системе хвостового модуля на копчике. Буш работа, глубокий предвдох, хинзи рбата. И не выдыхаем, собираем энергию в полях. Духу маш работа. 11 секунд выдерживаем дыхание, затем глубокий выдох и наполняем хвост. Уши закладываются, согласно. Хинджи Машер Масарпата. Да, энергетический поток сегодня Дужукурбу Шакона активный в поле работает. Лимус Рамошракана. Собрали энергию в системе хвоста, а также закрутили воронку. Лима же консермада с системы хвоста, дужукурмошу хурботы, с индужурбас рмада, ты хурботы, с центра соседания, ты зимада, там, где закрутили воронку вы, рифтер больше хурботы, по позвоночной линии, дымасхарбата, это уже рбата, опять же, по часовой стрелке выводим с позвонка, дужукурботы, проходя каждый чакральный центр, спираль в основе, хинжукурботы и доходим глубоким вдохом до пятого модуля, машрбата, до самого шейного отдела. Мошрмода, крутим спираль, проходя через каждую зону центра. Ридр мата в пятую выдыхаем. Ридру мошер бота. Опять налатали масло в основе, то, которое используете. Хинджи курбошер курботы на ладони. Глубокий вдох провели в пятый актив, выдохнули. Лимуши жуконцы хинджи баса харбата. Теперь прислушайтесь вниманием хинджи работы маса харбата к тому запаху духу мошукона, который происходит у вас в осознанном модуле. Лимуши масхад, это может быть запах тела, джук работы эфирной эссенции, машрипата эфирных масел, джук работы, либо основного масла, которое вы проводите. Лима синты машихан. Наша задача сегодня показать, как работает энергоструктурное созидание программ джук работы харбата и как энергия прокачивается через ваши каналы. Риду работы для того, чтобы сознание считало эти коды и дала вам возможность такие машхарбаты в дальнейшем применять. Лимусра моды, пятый модуль. Хиды жукурбосы арбата. Делаем глубокий предвдох. Миша жуконцы хирмас арбата жукурботы. Опять же, с дыханием эссенции, либо с этого масрбата, со своей формы дыхания. Лишь живого работы. Язык прижимаем к небу, хинзабата перед передними зубами, с масрбата, с хруту работы. И производим звук масрбата. Система рта закрыта у вас, это же работы. И как бы в пятую наполняем звуковой вибрацией все модули. Это же работы снабжаем энергополями пятый актив. Духту мода, гудим. Моши машрбата, ступни соединены, ты же курмош работа харбата, это же масса, это же кармаса харбата. Абсолютно не меняем позиции сейчас. Дожи мошра урбосер масса харбата. Делаем глубокий предвдох вновь на пятой зоне. И хина курмош рбосер пата. И звуком проводим на пупковой актив, выводя параметры. Риду курмош рбосер выдыхаем и опять гудим. Гудим, когда язык к небу прижимаем, с внутренней стороны передней челюстью на верхнюю челюсть его складываем и гудим. Звук внутренний, то есть мы гудим, пробуждая звук внутри. То есть ту вибрацию, которую мы выдаем, очень много практик давал по поводу звука, это и есть наше вибрационное поле, то есть это наша нота, это наша вибрация, она нам позволяет очищать и структурировать поля. Я уже давала, по-моему, такие звуковые практики, даже в прямом эфире. Лиду жуконцы хинду жукурмоты, жуконцы хромашерпата. Перенесли состояние внимания и систему активизации дыхания худу жукону во вторую зону. Прогудели основу. И лихту жукурмоты. Делаем предвдох, закрываем дыхание вновь. Лима шермос хрбашеркарбата. Теперь внимание распределяем через звуковую вибрацию дужукурботы и запускаем поток опять же в систему костного модуля машерпата в тазобедренные суставы, выдыхая влево и вправо. Мошер мада гудим. Пятый модуль – это пятая чакра, это горловая зона. Вторая – это пупковая зона. Посмотрите, пожалуйста, мои чены, там все подробненько расписано цивилизациями, где какая чакра, за что отвечает, с каким цветом работает. Либо шермор борботы. В каждом системе тазобедренного сустава, влево и вправо, опять же активизируем зоны. Дежурботы по часовой стрелке, заводим и левые и правые зоны. Дежурботы тазобедренных суставов, собираем, аккумулируем энергию в потоке. Ноши мата в центр созидания, уводим поля.
Лидушу курмоши жукон сырмаша горбата. Делаем глубокий придох, аккумулируем энергию и через систему конечностей ног запускаем поток в систему дужу курмоши горбота рмасрахана, вашего костного модуля, то, что называется коленными суставами. Хидекоды. Выдыхаем вновь. Лимуш работы, выдохнули, хинарабашрапата, опять маслица на латали, хиду курмош робоса хана, растерли в ладонях, и дамашрапата храбата, и положили дужу курботы мады на коленные суставы по часовой стрелке от латали, каждое колено, дужу курботы масарпата ладонями прижимая тактильно. Зин тоже курмошра курботы. А теперь дыжимашрапат. Определили свое внимание на системе ресурсного состояния коленных суставов. Делаем глубокий предвдох. Ридрамашра Масрахана, ощущая дых семей Шрипата, свои каналы, свой поток в системе эфирных масел, дужукурбота, либо запах свой, лихмасрамада, аккумулируем энергии, дужукурмоши кода, 3-4 секунды держим поле и затем выпускаем в потоки в коленные суставы в основе. Лимужжуконцы хинжжукурмосы рыбаса дежукурмасрапата. Залатали дежукурботы по часовой стрелке основы хидакамашрамосы дежукурмасрапата. Опять же спиралью завели параметры, саккумулировали энергию в суставах. Ой, извините, точно. Лимужжукурмоты. Делаем глубокий придох на коленных модулях хинжжукурмасрапата. Внимание не рассеиваем, только коленные суставы в состоянии познания ридрухурбошикода. И выдыхаем в стопы. Имитаем Машрахарбата, тоже курботы. Выдыхаем именно в носитель системы пятки. Дых Машрахарбота. Как бы всю вибрацию отправляем в пяточную область. Ридр Машракана. Выдыхая с полной мощью. Линдру Хунжакурбот, Синджижакон Сахинзимина. А теперь почувствовали вибрацию в системе стоп, особенно туда, куда спустили. Лимуши жукон срымашра харбаса джук работы. Соединяем стопы. Лимисин джук рмоши рпас рпата. Соединяем конечности пальцев джук работы, объединяя их в структурном созидании инь-янь. Масрамада, мы аккумулируем свою энергию во внимании. Хидушу курбоши кода. Чувствуем себя тактильно. Хинашипата глубоко дышим. На выдохе живот в себя. Лиду курмоши курботы. И считываем сознанием свои ресурсные состояния тактильности телесного кода. Ридры Машра Маса Дужу Коды. Натираем активно ладони. Дижу Крумоши Кода. Ощущает тепло. Масарбата. Стопы не снимаем. Дижу Конца Хина Жу Работа Машра Хорбота. И также соединили пальцы рук и Машрапата. Определили вниманием, сознанием. Прочитав Дужу Курбота свое телесное прикосновение с Думасракана и рук, и ног. Лим Шрамата. Вниманием проходим по системе пальца рук. Ридры Машра Масрахата. Каждый пальчик ощущаем мембрана. Алин Дужукон Сихин Жур Боты Дыма Сахарбата. Теперь опустили внимание Дужукур Бот на стопы ног. Ридру Моши Жукон Сихин Зимит или Хин Кармоши Хурбота. Точно так же соприкасаемся Дыма Шахарбата Дужукоды тактильно каждым пальцем в основе и ощущаем своим сознанием, прочитывая его. Лимусру Мошра Хода. А теперь определили внимание Хидажимашрапата на своем внутреннем состоянии. Ридухур Мошра Работы. И подышали глубоко животом вдох. Мисру Машхада. Внимание определили на системе основы ваших конечностей. Босухур Мошра Коды. Как бы считываем эти активные коды. Зинты Машра Масахада. Глубокий вдох. Вот уже коды. Внимание на руках. Лежиката, выдыхаем и чувствуем тепло в ладонях. Мосрамата, вибрацию, активизацию. Ридрухурбошукурботы, то же самое проделываем со стопами ног. Хинышукурботы, тижикамаса, тижикурбоса, тижиката. Глубокий вдох и выдыхаем в стопы конечности, тижикармашрапата ног и наблюдаем. Мосрамашрамасрамада, вибрацию, состояние, дужукурбота машкада. Немного влажности проявится между ладонями и стопами у вас, у дужукурбота, потому как энергия начинает комплексно работать.
Римас Рамада, а теперь в медитации Джигурмоша Года закрыли око и наблюдаем за собой. Хины Хурмоша Козра Пана Джижиката. Благодарим свое тело Джигурмоша за то, что такое вам дано Хиды Камашра Пасра Пата. За Хурмоша Года благодарим свои органы, потому как они для вас работают, и Хинджирупота, и каждый клеточный модуль, который имеет основу для вас. Лимит Рамада, и принимая себя с благодарностью тело свое, активно Джигурмоша вниманием проходим. Лима Сакада, благодаря его Джигурмоша, это ваш инструмент для системы работы нога и Хина Камашра Пата для исполнения всех задач. Лима Шахурмоша, с любовью к себе определите поле. Зин Джигурмоша Камашра Пата, в этом состоянии, в глубоком познании себя и тела своего Джигурмоша, побудьте 1-2 минуты в основе. Лима Шикада, не открывая ока и Джигурмоша, дышим глубоко, свободно, Хина Камашра Пата на выдохе живот себя и наблюдаем. Зинты Машрамада, не включая матрицу, Джигурмоша, тело будет свободное, глубокое, Машикада, каждая клеточка будет давать дыхание Джигурмоша, а дыхание – это ваша энергия. Лима Синты Маскада, позвольте телу определить им Джигурмоша, Машрамада, это дыхание и осознанием прочитать эти коды. Ридра Машикана, почувствуйте это ресурсное состояние для себя. Лих Масрапада, познайте свое тело с благодарностью и определите вниманием себя. Дожикон Рибаса Жипата. Находитесь в системе блага. Дожикон Сарамашрахата. 1-2 минуты в медитации. Мисси Машрахарабата. Я с вами прощаюсь. Дожикрубоши Рубоса Демасрахарабата. И в следующую практику обязательно опять же понадобятся эти масла, дабы вывести вас на более качественное структурное созидание. Я с вами тоже прощаюсь. Тогда мы прощаемся с вами до четверга. Вам релакса, хорошего настроения, хорошего вечера. Познавайте себя, свое тело, дайте ему с благодарностью побыть в этом состоянии и вашему спокойному сознанию.